Чешуи у этой рыбки нет, поэтому чистить не надо сверху. Божественный вкус Черного моря. Пойди еще запеем. Черноморская ставридка только выловлена. Вот. Покажем вам свое приготовление. Секрет приготовления от местных. Под плавничок. Чикс. Здесь можно тоже отрезать нижний плавник. И чуть-чуть подрезать. Раз, все выходит. Очищаем от черной пленочки. Горькой. Все. Рыбка почищена. Теперь ее надо будет помыть, посолить, подождать 10-15 минут и можно жарить. Промоем рыбку холодной водой. Надо, чтобы водичка по возможности как можно больше стекла. Солим рыбку. Морской солью, крымской. Так вкуснее. И полезней. Можно так, чтобы постояла рыбка минут 10, а можно и сразу, если уж прям не втерпешь. Поэтому, пока солится рыбка, мы можем поставить греться сковородочку. Да, давай. Наливаем масло. Многие спрашивали, что делать в Крыму зимой. Жарить рыбу, ловить и жарить, потому что летом рыбы этой нет. А зимой где ее ловить? Запретили же причалы. Да как, арендуешь лодку спокойно и идешь ловить. Что, мало знакомых, что ли? Как же молчала ваша сигаретка. Чудо! Так что... приезжайте к нам зимой. Зимой есть что поесть. Да, рыбка очень вкусная и очень полезная. Ждать 5 минут до полной готовности. Спустя 2 минуты поджарки. Ой, сама прыгает. Живая водичка. Выкладываем на салфеточку, чтобы питалось масло лишнее. Теперь наша салфеточка впитает лишнее масло. Будем подавать. И будем подавать. Наши классные. Берем лимончик и вот так вот делаем. С изюминкой. С лимончиком. Если... ну все, можно пробовать. Яна! Ой-ой, калачики, калачики! Мясистая. Все, все остальное можно кушать. Ням. Хвостик самый вкусный в мире. Ням-ням. Прям шпагоглотатель. Езжайте на ставридку зимой. Всем пока. Подписывайтесь на канал Мисс Ялта. Крым, глаза и местный.